Так, итак, мой третий день в Малаке. Сегодня я попробую вас познакомить с ценами, да, то есть. Ну, хорошие майки, прям качественные. Так, 29. Ну, долларов 6, короче говоря. В общем, 1 к 4 считайте. Ну, качество майк нормальное. Это какой-то местный какой-то бренд. Вот рубашки. Для Азии как раз нужны вот такие тонкие. Наверное, немножко подороже. Я думаю, у него такой оригинальный дизайн. Вот женские такие же. 29. А, это мужские, да? Продолжаем мужские смотреть. Ну, такой азиатский дизайн. Качество такой тонкий катон, немножко там, не знаю, с чем, с лайкра или еще с какой-нибудь вискозой. Это подороже, это там 79, это, ну, короче, 20 это. Ну, такие нормальные рубашки. Это 12, да, то есть такие худи. Ну, тоже такие азиатские. Под Азию. Такие вот карго. Из какого-то как. В общем, какой-то как баллон. В общем, он 89, да, то есть, ну, где-то там $22. Ну, такие вот женские майки. С чего она сделана? Такая как лапша, короче. Шорт через 49, да, то есть 12, короче говоря, долларов. Ну, в общем, я думаю, что это даже дешевле, чем в Индии. Так, посмотрим, как хорошие трусы сколько стоят. Ну, это женские. Так, мужские. А, это типа вообще крутые дизель, типа. Ну, сколько они стоят, дизель С. Трое. Короче, я тут не вижу цены. А, цены я тут не вижу. Короче говоря. Ну, я не думаю, кстати, что особо дорого. Я вообще смотрю, здесь подделками торгуют довольно спокойно. Так, два бокса. Короче, непонятно, сколько это стоит. Так, ну что я могу сказать за 3 дня в Малаке? Ну, пока все нравится. Мне вообще нравятся такие путешествия, когда ты находишься в каком-то месте несколько дней или даже недель. Изучаешь местный быт, изучаешь, как что работает, почему так, а не так. И это очень-очень бывает интересно. Ну, не так, короче говоря, что типа приехал, уехал, и потом всем говорит, что да, я здесь был. Нет, ну вот в Катманду я прожил 2 месяца, да, то есть я исходил в Катманду вдоль и поперек. Ну, в общем, я там был. А в Похре я, можно сказать, не был, да, то есть. Так, 159. Ну, по-моему, это искусственные. 159, ну, $40, да, то есть. В Индии я покупал даже дороже на распродаже, да, то есть. Ну, такие вот детские вещи. Детские, какие-то полу. В общем, я сторонник такого медленного туризма с погружением. Ну и кроме всего прочего, надо как бы
визовое урегулирование. Я никуда не тороплюсь. Так, Докерс. Докерс, ну это тоже такая известная марка. Ну, не знаю, знать, наверное, не подделка. Тут, наверное, подороже будет. Докерс, вот эти как бы чины их популярные, да, то есть. Ну, я не знаю, сколько они тут стоят, ничего не написано. Чиносы. 268. Так, 268 это, короче, $60, что ли, 60 с лишним долларов. В общем, на 1,4 умножает, на самом деле, я разменял, допустим, по курсу 4,28 к доллару, да, местный регент. Ну, 268. Ну, вот это реальный магазин реального бренда. Чуть-чуть подороже. Так, посмотрим Levi's. Так, что у нас тут в Левайсе? Ну, ничего, такая рубашка. Неплохо. Ну, тоже у меня такого типа была когда-то. Так, сколько она стоит? How much in the fish? Так, 119. Ну, меньше $30. Ну, неплохо, по-моему, неплохо. Вот такую рубашку, кстати, носить... Там это даже на всю жизнь. Они практически неубиваемые. И при этом нормально смотрятся. Так, не могу найти 502. Сколько цены вообще? 501. 501. Вот есть чины сливаясь. Чины сливаясь. Ну, опять-таки, цену что-то я не могу найти тут. Вообще. Не смогу вам зафиксировать цену. Ну, не думаю, что прям уж слишком дорого. Ну, это типа настоящий магазин. Так, что еще у нас тут? Ray-Ban. Ray-Ban очки. Джина Мартино. Ну, это, видимо, какая-то... Не знаю, почему здесь Мартино, но это какая-то мусульманская одежда. Ну, тут они вот в таком ходят, местные вот эти девушки. Сарелла. Короче, лифтики по 39. По $10. Думаю, что нормального качества на самом деле. Здесь прям такого прям барахла-барахла здесь, как в Индии, здесь не продается. В Индии может прям барахло продаваться. Есть и качественные товары. Ну, кстати, чемоданы, но не так-то и дорого. Не так и дорого. Прям, да. Да. Я какой-то простенький купил. Там за 20 с лишним долларов. Наверное, убьется раза за 3-4 поездки. Я думаю, он убьется вообще никакую, да, то есть. Вот это вот что-то такое, я не знаю, кто знает Китай, может, мне подскажет. Что вот это такое, что они пьют? Короче, Detex Body. Короче, Better Than Pure. Короче, не понимаю, что это. А что они тут раз, его пить надо, да? А, вот они его раз достают. А что это? А вот. Я даже не знаю, может мне это попробовать. А что это такое? Что-то они разбавляют. Что же такое? Вообще не знаю, что это. Там даже какой-то газ, я смотрю, исходит из этого всего.
И эта штука, я смотрю, она разных сортов. Нет, спроси сейчас, сколько это стоит вообще. А что это будет стоить? Не, ну, ребята, выручайте, подскажите, что это? Вижу уже второй раз. А this is что, tea? Yeah, tea. Tea? А how much? Да, this one 8 ringgit, а this one 10 ringgit. Не, вот здесь, here, выпить, drink, here, здесь. The drink here, not this one, 4 ringgit. Сколько, 4? Yeah, 4 ringgit. Alright, okay. 4 ringgit, 4 ringgit. What? You want no sugar or sugar? Sugar. Sugar. Короче, мы это сейчас попробуем. Ну, говорит, что это какой-то tea. $1, в общем, это стоит. Ну, раз я здесь, как-то пришел. Короче говоря, какой-то herbal tea. Ну, я вообще за любой кипиш, так сказать, что касается healthy styles. Так что надо попробовать. Такая фигня. Не знаю, что это. Какой-то ти. Пойдем. А что, healthy, да? Это, this is healthy? Herbal tea. Herbal tea, да? Yeah. Ну, так вот, короче, herbal tea. Ну, чефир, конечно. А. Короче говоря, что-то она мне подсказывает. Да, молодец. Угу. Это вот китайское заведение. Healthy tea. Thank you. А это типа псевдо-ретро. Сколько они стоят? 189, 149. Ну, выглядит довольно забавно. Все, все, ухожу. Все ругаются на меня, видите. Вали отсюда. Нечего тут снимать нас. Или покупай, или вали. Короче, этот herbal tea, я вам скажу, смахивает на чефир. Так что подскажите, может, я что-то неправильно заказал, может быть, надо было без сахара, а я с сахаром заказал. Может быть. Короче. Век живи, век учись. Ну, у китайцев вообще, заходишь в магазин, здешний местный малайский китайский магазин, ну и все, и ты там потерялся, ты там почти ничего не можешь найти и понять, что это вообще продается. Ну, там еще, не знаю, Аджиномото еще можно там, так сказать, увидеть, понять, что это такое. Или какие-нибудь там свиные уши. Какие-нибудь грибы еще частично можно понять. Но так, в принципе, это просто невозможно, да, то есть. Так, Кассио, мне кажется, моя камера была где-то не там. Ну и, конечно, как же без Пьер Кардена, да? То есть, ну вот просто, ну видите, Пьер Карден Париж. Как уничтожили марку вообще? Непонятно. В общем, иду по каким-то, а
это уже тут уже вообще просто-напросто уже автостоянка. Я уж куда-то тут прям совсем в дебри забрался. Дебри малакской торговли. И какие-то сумочки тут забавные. Ну, в таких местах, кстати, можно что-нибудь найти неожиданно. Да, ну это все в таком китайско-японско-корейском стиле, да, то есть. Слушайте, ну классные чемоданы, не так уж дорого. Прям вообще стильные. 220, ну $50. А я сколько отдал? 25. Блин. Ну, красавчики. Кстати, дешевле, чем в Непале. Надо же. То есть в Непале чемоданы были дороже. Убогие причем такие. Ну, такие маечки, рубашечки. Ну, вот хорошие майки. 33 штуки за 80. Ну, это прям такие реплики-реплики, да, как говорится. Ну, здесь нормально так делают, кстати. Для casual пойдет. Так, здесь всякие иные гаджеты. Так вот. $2.5. Ну это вот она их мода, вот она, видите. Не знаю. А это какие-то для детей, видимо, с очками такие. Так, ну мне надо ремень купить, и мне надо купить полотенце. Можно ли где-нибудь купить полотенце за $1-2? Как выяснилось, я не взял полотенце с собой. Так, что у нас тут майки? Кстати, здесь панамки классные вообще. И минус 50% от индийской цены, а то и больше. Прям очень классные панамки, очень стильные. Я так понимаю, местная одежда для этих или нет. Ну что-то очень яркое такое. На улице очень жарко, сейчас в районе 11 часов. Мне там мои капсули меняют постельное белье, и меня практически выгнали. Вот тут видите, он Balenciaga, да, то есть. Но вот ни больше, ни меньше. Ну и сколько эти Balenciaga стоят? Ну, куртка стоит даже 60, да, то есть, ну, недорого. Думаю, Balenciaga там $5. Как вам? Эти черные майки. А здесь всякие такие яркие, это какие-то, не знаю, для детей, что ли. Вот тут залежи. Ну это какие-то прямо это уже тут какие-то лужники. Черкизон. Вот. Черкизон. 29, да, то есть. Ну, можем найти на самом деле какой-нибудь интересный дизайн. Какой-нибудь принт интересный. В принципе, не очень дорого. Надо посмотреть, что за качество это материала. Ну, это, для меня это слишком толстый. Я такие не хочу. А вот и Патагония даже есть, надо же. Так, такие вот сумки, North Face. Ну да, короче, все понятно.
Все понятно. Но на улице такая жара, что приходится по этому аду гулять. Вот кроксы довольно симпатичные, 39. Ну, псевдокроксы, естественно. Какие-то кусочки фруктов стоят 3,50, не надо же. Короче говоря, этот мир подделок, он как бы чуть-чуть ниже находится. А нормальный магазин я такой чуть повыше. В общем, извиняюсь за такое скучное видео, но дело в том, что на улице страшный жар. Надо как-то скоротать время. Как интересно тут. Так. Давайте попробуем подняться над этим миром. Что у нас тут? Так, ну тут детский вот по 20, ну по 5 долларов, да, грубо говоря. По 5, по 3,5 доллара какая-то детская одежда. Ну так, шьют они не совсем плохо. Что? Я бы еще, кстати, поискал бы какой-нибудь кинотеатр. Может, здесь есть недорогие эти самые билеты на англоговорящие какие-нибудь фильмы. Не, ну, судя по всему, здесь такого нет. Здесь, по-моему, такого нет. Так, где же мне этот стаканчик-то оставить со своим чефиром? Ладно, будем спускаться. Так, вот зайдем в кафе. Короче, ниндзя-кафе. Что тут? Что тут ниндзя подают? Такие вот тихие улочки-малаки во время сиесты. Жители, видимо, все спят. Я вот не знаю, что это за конфуцианские храмы или буддийские, какие-то дзен-буддийские храмы. Понятия не имею. Ну, какой-то, наверное, религиозный объект. Да, может быть, даже и музей какой-нибудь. Все здесь китайцы говорят на кантонском диалекте. Вот тут такое, ну, вот здесь такой храм. Такое китайское место. Даже не знаю, что это. This is
Да. Такое духовное место. Меня никто не гонит. Так, вот такая тут охрана. Beautiful, beautiful. Очень стыдно, но я не знаю, что это. Очень слабо знаком с китайской культурой. Не, по-моему, все-таки буддисты, потому что это, по-моему, монахи. Это, по-моему, монахи, все-таки буддистки. This is Buddhism temple? No English. No? Ah, no English. Sorry, sorry. No English. Не знаю по-английски, так что мне это не помог. English, говорит. No English. Так, ну это точно не музей, потому что люди молятся. Да, очень тонкое место. Китайские сюжеты. Не знаю, видно их будет или нет с моей камеры. Вот посмотрите, какой здесь потолок с такими фонариками китайскими. Идет
Китайская фотосессия. Так, ну это прям очень крутая сессия. Какое-то китайское кино. Мастер. Мастер в неплохом настроении.